Автопарк эпидемиологов в Западно-Казахстанской области пополнили 7 новых автомашин. Нева стоимостью 4 миллиона каждая. Технику по поручению главы государства закупил Минздрав. Машины распределят между районами. В последний раз машины обновляли 6 лет назад, а в некоторых районах на службе до сих пор арендный транспорт, отметили в областном департаменте. Специалисты уверены, работы по выявлению очагов инфекции, а также проведение санобработок с новым транспортом станут оперативнее. После прохождения порядка регистрации они уже будут направлены в первую очередь в отдаленные районы, где у нас Жанибекский район, Букиординский район, Чингирлауский район, Акжаикский район, в Таскалинский район, где у нас нет автотранспортных средств, которые у нас они на сегодняшний день арендуются. Это очень большая для нас радость, то, что мы уже можем своевременно проводить все свои профилактические противоэпидемические мероприятия.